Enterprise Ethereum Alliance, EEA, пополнился новыми участниками. Как сообщает CoinDesk, в список входят MasterCard, Cisco Systems, Scotiabank, Loyal Corporation и Kiwi Blockchain Technologies и другие. Среди всех больше всего выделяется быстро растущий штат Андхра-Прадеш в Индии, который является вторым государством, присоединившимся к EEA после американского штата Иллинойс. На сегодняшний день общее число участников блокчейн-консорциума EEA составляет 150 организаций. Председатель правления EEA Джулио Фаура заявляет, что их цель – разработать решения для предприятий на основе открытого исходного кода эфириума, но с акцентом на конфиденциальность.